Здравствуйте, я хочу вам рассказать о звездах. Этот набор ложишься и на потолок вешаешь. Это вот такой набор «Звездное небо» от компании «Рисуй светом». Очень интересный. Это наклейки, которые светятся в темноте, и можно сделать на потолке такие созвездия. Сейчас посмотрим, что там внутри, из чего он состоит. Здесь можно посмотреть инструкцию, почитать, и в принципе видно, из чего он состоит. Сейчас открываем. Здесь есть вот такая вот, такие бумаги. Это инструкция. Это что такое? Это наклейки разных. Это тоже бумажка. Звезды на, тут на которых мы будем клеить звезды. А тут уже... Вот эта большая карта неба. Она даже не помещается в камеру. Тут всякие созвездия нарисованы, как они должны располагаться на небе. А это как раз наклейки, которые вот будут клеиться вот сюда. Вот сюда потом отклеивать и приклеивать на свои места с описаниями знаков зодиака. Так, тут вот... Давай чуть-чуть подвинем, а то не видно будет. Вот так вот. И, в общем, эти наклейки клеятся. Тут ребенок может раскрасить, изучать звезды. А также в наборе есть вот эти вот светящиеся наклейки, которые светятся в темноте. Кстати, давайте сейчас я нажму стоп, выключу свет и посмотрим. Ну, они, по идее, уже должны светиться. Итак, мы выключили весь свет. Вот наклейки еще только немножко подзарядились, и поэтому свет такой слабый. Но, то есть, на потолке это будет очень красиво смотреться. Когда мы наклеим, я обязательно покажу, как это выглядит. И вот тут, в общем, такой набор наклеек, который нужно будет наклеить на потолок. И есть специальная вот схема, чтобы созвездия действительно совпадали и были похожи на настоящее звездное небо. Тут есть вот такие вот схемы. Они с дырочками. И сюда клеишь... Там большие звезды, и по пунктирам вот эти вот маленькие черточки получаются. В общем, набор, мне кажется, очень интересный. Я предлагаю, что мы вернемся к вам, когда уже на потолке разместим все созвездия и покажем, как это красиво будет смотреться ночью. Начали клеить на потолок. Эти звезды, конечно, ждет масштабная работа, но ребенку хочется побыстрее. Вот мы пока наклеили 3 созвездия. Скотчем к потолку вот эти схемы. В большие эти наклеили звездочки, и дальше клеим уже пунктирные линии. Нужна стремянка, конечно, для этого. Вот одно созвездие мы уже наклеили с пунктирами. Сейчас покажу, как это смотрится. Так, сейчас посмотрим. Оно, конечно, еще мало зарядилось, поэтому, может быть, будет плохо видно. Да, честно говоря, что-то пока вообще не вижу, как оно светится. Посмотрим тогда завтра.